заводчик иди за мясом. Если хватит мне этого. Сергей Александрович, и долго вы тут чекаете? Да ну недолго, часа два в данный момент. То есть очередь у меня небольшая, 1232. Денег нет. В очереди, да, стоим, в очереди ждем тот кусочек мясушка, что может дадут. Я еле пришла сюда сегодня. Где я живу, магазинов нету, все разбитые, мои аптеки разбитые. Приходится очень далеко идти, чтобы хлебушка купить. Куриная горошка. Вот ребята разбивают замороженную. Складу набираем. На сегодняшний день так. Вообще молоко, ну то, что привозят. Сюда. Что, бульончик с вами? С тушем, с картошечкой. А я вот в том доме живу. Мне уже вот будет в июне 90. Дай, думаю, уже дадут что. Попрошусь без очереди. А в очереди я не могу задоволенням працює, людям водичку роздаємо. Вовка боїться різних ходити, не страшно. Тут краще, ніж на підводній лодці служити, на якій я 9,5 літа служив, зараз знаходиться. Рідко яка там ніч обходиться, без того, щоб стріляли. Да. Вон у мене забита, Доброго дня. Паніра, зараз ще бабушка. Стекла на сьогодні. Тільки одне електричество. Вода не холодная, не горячая, не газа, ничего нет. Сарай у меня разбило, дом побило. Окна повыбивала, я не знаю, как теперь я туда поеду. Это между большой Роганью и малой Роганью. У меня здесь дочка живет, и нас сюда перевезли. Мы жили здесь 12 человек. Не хочется покидать свой дом. Спорт помогает отвлечься от этих всех дел. И очень хорошо.